В этом уроке мы разберем, как выровнять один объект относительно другого. Для этого объекта сначала нужно выделить и воспользоваться инструментом Align. Нажать левую кнопку мыши на том объекте, относительно которого хотим выровнять. Нажимаем. Всплывает такое диалоговое окно, в котором мы видим, по каким координатам хотим выровнять. В данном случае по X и Z. И что именно хотим выровнять. Центр одного объекта, первого, относительно центра другого. Также тут можно выбрать центровку точек опоры, минимум, максимум и так далее. Тем самым получая различный результат. Нажимаем ОК.